я Ваня, я рисую на канале Рыбакит, и сегодня я хочу нарисовать мальчика и девочку. Рисуй со мной, будет здорово. На белом листе бумаги мы нарисуем детей, так как мы умеем рисовать. Все у нас получится здорово. Рисовать мы будем карандашами, цветными, утолщенными. Малыш называются, фирмы Гамма. Очень мягкие, очень толстенькие, очень классненькие. Сейчас я их покажу тебе. Смотри, ребят, мы начнем рисовать поэтапно. Здесь будет, как я сказал, девочка. Вот так ей голову сразу нарисуем. А здесь мальчик, ему тоже голову нарисуем. Начинаем с головы. Сразу же закрасим головы. Сразу же так раз-раз-раз. У нас очень толстые такие карандаши. Они почти как мелки и очень здоровски рисуют. И потому нам даже сильно давить не надо. Нарисуем теперь тело наших ребят. И мальчику, и девочке. Нарисуем руки. Руки у них вот так. Друг за друга они взялись вот так. Руки есть у них. И ноги. Ноги. И еще одну руку девочки. Вот такие у нас девочка и мальчик. Почти они не отличаются. Я знаю, что ушей у мальчика и у девочки есть уши. Мы их нарисуем. А теперь будем отличать мальчика и девочка. Отличия. Какие? Наверное, девочка в платье. И она у нас в красном платье. Мы нарисуем платье. И закрасим. Прям сверху все закрасим. Все хорошо видно. Платье отличное и красивое. Сразу же и нарисуем ботиночки, туфельки, туфельки. Очень красивые туфельки. Красные. Красота. Ротики сразу можем нарисовать мальчику и девочке. Так, все. Здорово. Теперь надо решить, во что мальчик одет. Я думаю, он одет в зеленую футболку. Это здорово. Я люблю зеленые футболки. Зеленый цвет мне нравится. Здесь мы рисуем зеленый такой прямоугольник и рукава. Вот наш мальчик. Но он без штанишков. Я думаю, без штанишек хорошо ходить летом, но в шортиках. И мы рисуем шортики. Так, туфельки нарисуем мальчику, туфельки, и теперь рисуем глазки. Глазки — важное дело для ребят. У девочки такие глазки, у мальчика такие глазки, у девочки даже есть реснички, нарисуем реснички и носики нарисуем. Вот наши мальчики, мальчик и девочка. Так, бровки нарисовали. Хо, здорово, но они лысые. Плачут наша девочка плачет. Плачет наш мальчик плачет. Я был лысый. Не лысый, ребят, смотрите. Мы сейчас вам все нарисуем. Девочка у нас будет с оранжевыми волосами. Вот. Такая у них прическа, такая. И здесь у нее вот такие вот хвостики. Вот у нас девочка с волосами получилась. Красивая. В хвостиках сделаем заколочки. Большие банты или просто такие резиночки. А мальчик будет у нас с какими-то коричневыми волосами, к примеру, тоже. И такие взъерошенные, как у мальчиков бывает, знаешь. Бегал он, играл в футбол, а пришел и говорит: нарисуйте меня, пожалуйста. И мы его нарисовали. Вот он, наш мальчик. И мальчик, и девочка у нас получилось здоровски. Простые. Если у тебя есть желание, то нарисуй даже им ручки. На ручках пальчики. Они дружат, да, между собой, девочка и мальчиком. И очень-очень красивые. Нарисуем давай им траву. Траву вот так нарисуем. Трава. И вот такие полосочки. Туда-сюда, зигзаги. И вот теперь это им совсем хорошо. А чтобы им было вообще супер, нарисуем солнце. Солнышко. И вот теперь-то наша картина супер яркая готова. Рисуем лучики, они во все стороны текут и ярко светят. Прям летят, бегут. Что такое лучики? Это ручки солнышка, которые хватают все и греют. Карандаши очень яркие, сочные. Давить совсем не надо, а получаются яркие рисунки. Спасибо тебе, что ты остаешься с каналом Рыбакит. Я надеюсь, у тебя получится здоровские рисунки. Приходи еще и рисуй со мной. Пока-пока.